Саль, ты знаешь, что в строительстве очень много-много всяких тонкостей. Я знаю, но я знаю, что иногда эти тонкости требуют действительно профессионального обсуждения и внимания. Как же без этого? Поэтому предлагаем сегодня как раз-таки поговорить с Игорем Михайловичем Дьяковым, заведующим кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте начнем с того, что же такое инженерно-геологические технологии? Что это в принципе? Звучит очень сложно. Дело в том, что все здания опираются на грунт. Мы видим то, что сверху, но мы не видим то, что внутри. И вот состав грунтов, горные породы, минералы, все это составляет инженерно-геологические условия. Достаточно емкое, большое понятие, в котором скрыто очень много неожиданностей, сложностей для строительного освоения. Вы, наверное, часто слышите такие термины, как оползни, обвалы, селевые потоки, подтопления. Все это создает определенные проблемы для освоения, для строительства. И, соответственно, любой инженер-строитель, любой проектировщик не может не учитывать эти факторы во время строительства. Для того, чтобы осваивать территории, нужен целый комплекс мероприятий. Это и специальная инженерная защита территории, это особые подходы к проектированию фундаментов, это те методы, средства, которые позволяют беспрепятственно в дальнейшем осваивать вот такие сложные территории, оползнеопасные и с прочими проблемами для строительства. Мы на протяжении уже нескольких лет готовим специалистов, в частности, на кафедре открыта магистерская программа «Геостойкое строительство зданий и сооружений» и ее ориентация именно на освоение таких сложных территорий. К сожалению, с каждым годом сложности только возрастают. Связано это с увеличением плотности застройки. Например, если мы посмотрим на город Ялта, который сейчас и которое было лет 50 назад, мы увидим, что практически не видно уже гор, не видно зеленых насаждений, стена зданий. И вот увеличение этой плотности создает проблемы для самих же строителей, потому что есть взаимовлияние зданий, есть воздействие на те же оползни, которые при дальнейшей застройке могут активизироваться, и надо еще больше средств для того, чтобы закрепить эти оползни. То есть, ну, Игорь Михайлович, вот если говорить о Ялте, нельзя ли, например, сравнить ее с таким спящим вулканом, который в любой момент может проснуться, и неизвестно, что тогда грозит самим жителям Ялты? Я имею в виду вот в переносном смысле, то есть строительство в горной части, где, как вы сами сказали, постоянные оползни происходят. Не будут ли там обвалы происходить, да, и разрушение домов? Да, если не учитывать это, если не понимать определенные действия, то, естественно, дальнейшая застройка приводит к воздействию, более серьезному воздействию на геологическую, инженерно-геологическую среду. Естественно, это пригруз оползней. А еще надо не забывать, что это сейсмоопасный район. То есть вот это вот активное освоение, оно, естественно, создает определенные угрозы. Но вот здесь это... еще какая проблема? Дело в том, что строительством занимаются различные российские подрядчики. Не все они нам известны, но все ли они обращаются, например, за такой помощью, вот вашу службу? Да, в последнее время стало больше обращений именно от проектировщиков, которые, ну, впервые работают в нашем регионе, которые не сталкивались с этими условиями. Зачастую какие-то нам приходится ошибки исправлять, ну, путем там, выдачи заключений, обследования зданий, определения тех или иных проблем, которые могут возникнуть или уже возникли. Во многих случаях обращаются именно за советом по поводу тех инженерных решений, которые наиболее подойдут в данных условиях, чтобы сохранить то, инженерно-геологическую среду, сохранить природную среду. Ну, и... а есть те, которые не обращаются, так понимаю, и да, как они строят, неизвестно. К сожалению, очень много ошибок. Ну, прежде всего, это ошибки тех проектировщиков, которые впервые столкнулись. Ошибки в плане выбора типа фундамента, в плане закрепления среды, вплоть до того, что засыпки пазух котлован
котлована, когда идут просадочные грунты, засыпает песком, это приводит к тому, что дальше будут проблемы с неравномерной осадкой фундамента и, соответственно, созданием. Стало в последнее время, вот, как бы это такой положительный момент, стало модно обращаться за анализом территории. То есть рассматриваются возможные факторы, что может создать проблемы для зданий и территории в дальнейшем. Делается анализ, заключение по наиболее целесообразному освоению этой территории. Это достаточно позитивный фактор. Если бы каждая территория обследовалась перед тем, как начиналась застройка, и обследовалась не только с точки зрения геологии, а с точки зрения размещения зданий, где лучше сделать инженерную защиту, где лучше отвести под какие-то игровые площадки, где лучше разместить здания. Вот такой подход, он... позволил бы, если бы его повсеместно использовать, позволил бы избежать очень многих ошибок при застройке. Ну, а вот глядя на Ялту, можно здесь сказать, что, в принципе, все дома построены правильно? Или вот вы, как специалист, понимаете, что нет? И нет, через 10 лет это чревато какими-то угрозами? К сожалению, очень много зданий, которые имеют трещины, повреждения, это уже говорит о том, что что-то сделано не так. Возможно, нет какой-то инженерной защиты. Возможно, неправильно выбраны фундаменты. Возможно, новое строительство подействовало на эти здания. Игорь Михайлович, это касается только Ялты или это всего Крыма? Нет, это касается всего Крыма. Вот даже те территории, которые на вид, казалось бы, беспроблемные, ну, например, Симферополь, Северный Крым, тем не менее, вот если мы походим внимательно, посмотрим на здания, мы увидим трещины, деформации. К сожалению, у нас очень много таких... ну, более скрытых, что ли, проблем для обычного взгляда. Ну, например, просадочные или набухающие грунты. Когда попадает вода в основание, здание начинает где-то давать просадку, где-то наоборот идет подъем фундамента. Все это приводит к повреждению. Игорь Михайлович, простите, время нашей беседы уже подходит к концу. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что в гостях у нас Игорь Дьяконов был. Дьяков, заведующий кафедрой геотехники конструктивных элементов зданий Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского.